Здравствуйте, мои дорогие друзья! Галамарт тоже готовится к 1 сентября. Пойдемте посмотрим. Тетрадь школьная, 12 листов, 2,50. Я так обзором покажу. Цветные карандаши по акции, краски. Так. Гуашь 6 цветов, гуашь 12 цветов, акварель Эрих Крауза. Такой набор акварели, 18 цветов. Луч, 72 рубля, нет, это гамма. Пластилин гамма, 6 цветов, 47 рублей. Гуашь Леонардо, 45 рублей. Такой большой пластилин, 135 рублей, 16 цветов. Не бросала. Такой пластилин по акции, 19 рублей. Набор для лепки, 3 предмета. Доска и 2 стека. Еще фломастеры. Бумага для записи. Вот такие наборчики с подставкой для ручки разных цветов. Какие ластики классные. 13 рублей. И вот такие еще ластики разноцветные по 4 рубля. Картон цветной. Цветная бумага, еще бумага, папки, маркеры, линейки 20 сантиметров, линейки 15 сантиметров, карандаши по 4 рубля. Так, смотрим с вами дальше. Блокноты и тетради. Какой интересный. Это дневник. Вариантов также много. Какой блокнот деревянный. Еще дневнички. Дневник 72 рубля, 62 рубля дневник. Так, это уже тетради. Линейка 13 рублей, 24 листа. 48 листов, 41 рубль. Какая прелесть. На спирали 47 рублей. Такие тетради также по акции. Обложки для учебников 135 рублей. Сколько тут штучек? 5 штук. Обложки для тетради 25 рублей. Есть такие обложки для тетради и дневников 135 рублей. Есть за 93. Альбомы для рисования 20 листов 29 рублей. Есть за 46. 40 листов. Также 40 листов. Уже другие дизайны. Вот такие тетради большие. 48 листов, 51 рубль. Файлы
45 рублей 50 штук. Так. Папки уголки прозрачные по 7,50 вот эти. И папки для труда. Красные, синие, 177 рублей. Здесь не подойти, потому что стоят коробки. Я вам так общий план сниму. Что тут есть? Клей Эрик Краузе, кстати, 43 рубля. В экспрессе 55. Получается дешевле. Так, и еще один стенд. Ну, какие классные. Набор с липким слоем 65 рублей. С единорожкой. Здесь уже ручки. Какие есть с птичками. С единорожками. С мишками. Они, скорее всего, светятся. 72 рубля. Монстриками, с такими вот чудиками непонятными, ромашки по 104 рубля, цветочки, розочки, такие тоже интересные, 62 рубля. В Галамарте всегда, конечно, большой выбор. О, кстати, знакомые ручки, подобные были в Фикспрайсе, ценника нету. Вот у меня подобный арбузик, только у него верхушечка другая. Косточки. И машинки, как фикси. 46 рублей. Фикси были 55, по-моему. Вот такой интересный прибор. Здесь и калькулятор, и транспортир. 177 рублей. Вот такие калькуляторы. 314 рублей. Классные, силиконовые. Записная книжка 96 листов, 72 рубля. Такая маленькая тоже 93 рубля. На спирали 62, а не с ручкой. Такой маленький блокнотик 41 рубль. И так еще покажу блокноты. Тоже симпатичные. С силиконовой обложечкой. 135 рублей. Так, набор фломастеров 49 рублей. И блокноты, блокноты, блокноты. Также не подойти. Тут стоят коробки. Очень сложно тут. Так, продолжаем. Еще один стенд. Здесь уже наборы ручек, наборы карандашей, линейки. Циркули, обычные деревянные линейки по 13 рублей, по 8,50. Так, это у нас что-то, так, это ручка, корректоры, клеи, набор точилка с ластиком, вот уже открытая точилочка. Такие точилочки по 30 рублей. Совсем малютки по 13. Стаканчики. Вот это металлический стаканчик. Это также. Ой, какие пенальчики. Бананы 209 рублей. И морковочки. Они силиконовые. Маленькие. Ой, какой еще пенал тоже классный. Сыр. И крекер. Так, посмотрим еще тут пеналы. Вот такие. Тканевые. Вот такой вот с кошечкой. Тоже силиконовый, по-моему. Такой пенал непонятный.
Так, и простые пенальчики по 15 рублей. Дальше мешки для сменной обуви 47 рублей. Ну, совсем, конечно, простенькие. Фартуки 72 рубля, на завязках 60 на 48. Подставки 49 рублей. Вот такие маленькие рюкзачки деткам с собой брать в детский сад или куда-то на занятия, покушать, попить. 104 рубля. Так, еще быстренько один стенд. Карандаши, краски, фломастеры. Прям быстренько пеналы. Файтинг. Вот так вот называется этот пенал. Так, записная книжка, ручка, наборчики. Пластилин. И папки. Цены разные. Так, еще один стенд. Здесь у нас сумки для обуви. Также разные. И цены разные. И немножко рюкзачков.